Российская туристка съездила на один день в Каир и описала город фразой «больно смотреть». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс Дзен». Автор статьи отправилась в отпуск в Шарм-эль-Шейх, а за сутки до возвращения на родину решила посмотреть на столицу Египта. Прежде всего она отметила жаркую погоду и раскаленный воздух в городе, что сильно испортило настроение от поездки. Кроме того, туристка рассказала о жутких жилищных условиях местных. В частности, о кварталах трущоб, где ветхие дома стоят настолько близко друг к другу, что можно через окно друг к другу в гости ходить. Очень много нищих, попрошаек, мелких жуликов и босоногих, голодных детей, у которых не детский взгляд, вспоминает автор. Также путешественница ужаснулась антисанитарией на продуктовых рынках возле дорог. По ее словам, прямо рядом с импровизированными прилавками из телег, на которых разложены мясо, рыба и овощи, ездят машины. Разочарование девушки вызвали и знаменитые египетские пирамиды, а именно обилие торговцев, которые настойчиво предлагали покатать на верблюде или сфотографировать. В целом, достопримечательность не впечатлила автора из-за грязи, истощенных животных вокруг и палящего солнца. Я села в автобус с одной мыслью, что я никогда больше не хочу возвращаться в Каир и окрестности. Единственная достопримечательность Египта ⁇ это море, резюмировала она. Ранее в апреле россиянка рассказала о вымогательстве в отеле. Отдыхающая столкнулась с попытками обмана при заселении, в ресторане, а также во время уборки номера. Она объяснила это низкой стоимостью тура, за который заплатила 600 долларов на троих. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.